Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это мягкий и нежный плед. Это плед «Роскошная мягкость». Роскошный плед, который прекрасно создаст уютное настроение в вашем доме. В предыдущем эфире, когда была презентация этого пледа, он был продан в количестве более 5000 экземпляров. И все потому, что наши телезрители делают подарки на Новый год. И, конечно, дарят плед для себя. Да, Ришенька, я помню, как мы запускали эту коллекцию. Это премьерная новая коллекция осенних пледов. Вот буквально только осенью мы ее первый раз показали. Был огромный ажиотаж. Очень всем понравились наши пледы. И поэтому сегодня, для того, чтобы вы смогли взять их на подарки, мы вновь представляем по приятной стоимости нашу авторскую коллекцию уютного нежного волсофта. Ох, какой роскошный плед! У нас представлено три цвета на выбор. Посмотрите прямо сейчас на них. Это цвет лиловый, который прямо сейчас на ваших экранах. Очень нежный для тех, кто любит современные модные оттенки. Лиловый цвет – прекрасный подарок к Новому году. Далее цвет зеленый, прямо сейчас яркий, сочный, тренд 2019 года. И, конечно, бежевый цвет, который отлично впишется в любой интерьер абсолютно. Размеры – полутораспальный, двухспальный и евроразмер. И только сегодня специальная цена от 899 рублей. Специальное предложение дня. Самая выгодная покупка на нашем телеканале в течение одного дня. Главный товар сегодняшнего дня, на который телеканал Shop & Show сделал максимальную скидку для вас. Юль, я знаю, что ты много ездишь по выставкам. Вот расскажи, пожалуйста, какие тренды нынче? Да, в следующем сезоне, в 2019 году, мягкие, пушистые, нежные пледы будут популярны. Именно поэтому сегодня специальная авторская коллекция рисунков с летним настроением, с кружевами, посмотрите. И вот он, наш лавандовый цвет. Цвет интеллигентности, цвет спокойствия, цвет для творческих людей, который умиротворяющую обстановку создает абсолютно в любой комнате. Потрясающая коллекция в нежных цветах. Мама моя очень любит такие оттенки. Пожалуй, предложу ей на Новый год. Это цвет лавандовый. Давайте посмотрим зеленый. Арина, как он мне сегодня понравился? Знаешь, чем? Тем, что у него вот живые природные тона. И это очень здорово, потому что в зеленой комнате, глядя на натуральные оттенки. Вот укройся, очень приятно им, кстати, тоже укрываться. Но вот именно зеленый цвет как раз-таки находится в той комнате, где вы отдыхаете. Я рекомендую это делать. Абсолютно отдыхают глаза, не устают. Именно глядя на зеленые природные оттенки, это приближает нас к живой природе. И сейчас, когда у нас один снег за окном, то будет очень здорово и актуально. Здорово очень смотрится, яркий, посмотрите. Между прочим, большой популярностью будет пользоваться в 2019 году. Третий цвет, Юль, как называется? Третий цвет называется бежевый. Бежевые оттенки очень люблю предлагать. Они всегда прекрасный компаньон всем другим оттенкам, которые находятся в вашей комнате. Такой плед отлично за счет универсальных тонов впишется в ваш интерьер. Но обыграет его, станет таким ярким и живым акцентом для вашего интерьера, конечно, прекрасный букет вот этих цветов фуксия. Потрясающая коллекция, которая отличается необычайной красотой рисунка. Впереди Новый год, время дарить подарки, принимать подарки. И плед является лучшим подарком на Новый год, согласитесь, для себя, для своего дома, для своих родных и близких. И только сегодня телеканал Shop & Show дарит лучшую цену. 899 рублей за полутораспальный размер. Три разных цвета. Вы дарите сегодня подарки. Это правильно, потому что цена позволяет сегодня заказать несколько. Фиксированная доставка действует от суммы заказа 1000 рублей, поэтому звоните и заказывайте прямо сейчас. Звонки для вас бесплатные. Я вообще, Юль, впервые встречаю настолько густой, настолько пушистый плед. Он похож на стриженный снег, мех норки. Действительно, как норочка. У нас плед отличается, у него велюровая фактура. Давайте посмотрим поближе, что мне понравилось при выборе этой коллекции, что здесь, Аришенька, обрати внимание, очень густой пушистый ворс. А это говорит о качестве пледа, о том, что он
долгое время не будет и стираться. Ой, это всегда приятно, это всегда здорово. Посмотрите, какой густой, здорово. Слушай, Юль, ну такой мягкий и пушистый, такой густой ворс. Не будет ли там пыль накапливать, потому что мои дети постоянно с пледом по полу туда-сюда. А вот ты обратила внимание, что у пледа велюровая фактура. Mm-hmm. И вот смотри, за счет специальной обработки с пледа пылинки, ворсинки, например, волосинки животных, очень легко снять просто сухой рукой. То есть за счет густой фактуры пледа он абсолютно не накапливает пыли. Давайте проведем эксперимент. Вот, например, здесь посидело ваше животное, да, как правило, мы кошечек, собачек прогоняем в другую комнату, здесь вам больше этого делать не придется. Сухой рукой собираем, не скапливается пыль, абсолютно гипоаллергенный плед для всех членов семьи. И это правильно. Слушай, про всех членов семьи, между прочим, дети очень много пользуются, да, пледом, допустим, если я их и накрываю пледом, и в машине у меня всегда плед. Практичность интересует, Юль. Вот я как раз-таки начала, Ариша, ее проверять, сказала уже о том, что здесь у нас очень качественное трикотажное плетение, этим плед отличается. Смотрите, испортить его просто, ну, буквально невозможно. Ни одной петельки не выходят на лицевую сторону, хотя я все-таки расческой с такими металлическими щетинками стараюсь на него воздействовать. То есть вам его хватит на долгие годы, он не будет терять первозданной формы, цвета и фактуры после многочисленных стирок и использования. Ну а если, кстати, кто-то использует как декор для интерьера, допустим, как покрывало на диван, нужно ли бояться, да? Ты знаешь, все бывает, иногда чай разольем, иногда кофе, иногда сок дети разольют. Да, и бывает абсолютно всякое. Вот есть у меня здесь для вас такой эксперимент. За счет специальной обработки плед отлично отталкивает любые жидкости. И это очень хорошо, потому что когда мы сидим, отдыхаем, мы чего-нибудь всегда пьем или кушаем, проливаем наш любимый сок, чай, какао. Но когда речь идет о нашем специальном предложении дня, с него посмотрите, просто буквально как с гуся вода стекает любая жидкость. А значит, пятнышки не образуются, вы успеете собрать все салфеткой. Вы успеете собрать, а значит, этот плед вам будет служить верой и правдой долгие годы. Цена, друзья, цена за такого качества плед невероятно доступная сегодня. Специальная, которая действует только один день на нашем телеканале. От 899 рублей за полутораспальный размер. Также есть большой двухспальный и роскошный евро. И вот ты знаешь, правда, мы не только укрываемся пледом. Я недавно постелила плед, как покрывало, в спальню. И знаешь, так хорошо подошел к моим шторам, так здорово стало и уютно в комнате, что это еще и преображение вашего интерьера. Да, это многофункциональное предложение, роскошная мягкость, это уютный плед для вас, теплое приятное одеяло, шикарный элемент декора и, конечно, прекрасное, например, в евроразмере, покрывало для вашей спальни. Но это самый лучший подарок к Новому году, я считаю. Согласна. Уютный и практичный, мягкий, нежный, пушистый. Вы закутываетесь в него, как в облачко. 899 рублей. Звоните, заказывайте прямо сейчас. Бесплатная доставка действует от суммы заказа 4990 рублей. Три цвета на выбор, три размера. Набирайте телефон, делайте правильный выбор и правильные полезные подарки.